Всем доброго времени суток! Сегодня мы приготовим необычную запеканку из цветной капусты и свежемороженой икры минтая. Берем такие продукты. 500 граммов цветной капусты, 200 граммов икры минтая. Для заливки мы возьмем 150 граммов сметаны, 20% жирности, 1 яйцо, 100 граммов твердого сыра. Из специй у нас соль, перец и мускатный орех на кончике ножа. Цветную капусту разбираем на соцветия и отварим в соленой воде, в подсоленной воде минут 5. Икра минтая находится вот в такой вот пленочке. Чтобы очистить ее, мы опускаем ее в теплую воду. Слегка промываем. Она уже становится пленочка такая мягкая. И будем снимать эту пленку. Я это делаю вот так, немножко разорвала. И она прекрасно, посмотрите, как снимается с пленки. Ну, вот так проделаем со всей икрой. Все, складываем ее в отдельную посудку. Икру нам нужно будет промыть теплой водой и процедить ее через ситечко мелкое. Такая вот получается. Она посветлеет в процессе промывания. Ну все, я ее буду процеживать и потом покажу уже, как она будет у меня в готовом виде. Вот такая вот икра получилась, она поменяла цвет, стала чистенькая. Ну, продолжаем дальше. Для заливки в миску выкладываем яйцо, сметану. Граммулечку мускатного ореха. Также добавим по вкусу соль и молотый черный перец. Часть сыра натрем на мелкой терке. И кусочек оставим, чтобы присыпать сверху нашу запеканку. Перемешиваем все венчиком до однородности. Вот такая вот заливочка у нас получается. Добавляем в эту массу икру минтая. И хорошенько соединяем, перемешиваем. Вот такая вот у нас получается масса. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем цветную капусту. Цветную капусту плотно укладываем в форму. Заливаем нашей сметанной икорной заливкой. Разравниваем. У меня форма 18×27 сантиметров. Как раз вот подошло количество капусты. Вот так вот разравниваем, чтобы всю капусту покрыть заливкой. Посыпаем тертым сыром. Накрываем фольгой и запекаем
в духовке на 180 градусов 30 минут под фольгой. Затем фольгу снимем и 10 минут будем запекать до румяной корочки сыра. Вот такая вот аппетитная запеканка у меня получилась. Запеканка простояла в духовке в общей сложности 50 минут. 30 минут под фольгой запекала, и затем для образования такой красивой румяной корочки я продержала ее 20 минут. Ну, очень вкусное получилось ароматное блюдо. Мы сейчас попробуем, как она уже остыла, запеканка, как это выглядит внутри. Вот так вот в разрезе видно икринки. Сейчас попробуем. Очень даже вкусно. Совсем не чувствуется этого рыбного запаха. Но когда я промыла икру, рыбный запах вообще, можно сказать, исчез. Ну, вот такая вот у нас сегодня запеканка.